Уважаемые гости, компания Coderline приветствует вас на нашей сегодняшней встрече и благодарит за уделенное нам время. Сегодняшняя тема нашего вебинара – это «Выбор сделан» серия вебинаров и «Бухгалтерия Корп», то есть дополнительные возможности, которые имеются в этой программе и как их активировать. Программа нашего вебинара – перед вами на экране. Вы можете расширить экран, протянув вот эту вот линию, протянув вот так, у вас будет более крупное изображение, то есть будет полегче воспринимать информацию. Значит, собственно, мы немножечко повторимся по темам первого занятия, когда мы сравнивали, какую программу для каких необходимостей стоит использовать, и немножко посмотрим настройки и все, что есть в ней, в отличие от версии Prof, например. На самом деле это очень интересная конфигурация, то есть у нее полный функционал, который предусмотрен для бухгалтерии. Соответственно, очень несложный переход, если вы применяете обычную, неизмененную конфигурацию, то есть если у вас не было никаких доработок. В этом случае, так сказать, можно провести бесшовную интеграцию, то есть просто провести обновление вашей версии 1С бухгалтерия Prof на 1С бухгалтерию Corp. Чем же они все-таки отличаются? На самом деле отличаются они, во-первых, тем, что возможно вести учет обособленных подразделений, в том числе и учет выделенных на отдельный баланс обособленных подразделений. Во-вторых, это контролируемые сделки, работа с контролируемыми сделками, то есть подготовка пакета документов для налоговых инспекций. Последние уже новации, которые добавлены в программу, это расчеты в рамках госконтрактов и отчетность контролируемых иностранных компаний. И, естественно, это подготовка отчетов и ведение МСФО. А во всем остальном сохранен полностью функционал, который нам знаком по версии Prof. Отличаются немного первоначальные настройки. То есть что же нам нужно добавить для того, чтобы получился из профа корп? Давайте немножечко отступим и пройдемся, так сказать, короткий дайджест по настройкам. Первое, на что хочу обратить внимание, это где можно найти какую-то помощь и поддержку. Мы используем кнопочку «Начальная страница», и у нас появляется вот такой интерфейс. И здесь у нас интересует именно вот этот раздел «Методическая поддержка». Здесь мы можем посмотреть и руководство по ведению учета, то есть, в принципе, оно стандартное для всех бухгалтерий. Во-вторых, мы можем воспользоваться информационной системой сопровождения, то есть 1СТС. Хочу обратить ваше внимание, что, в принципе, все программы для обновлений требуют эту подписку. Подписка ИТС бывает двух типов – ИТС Техно и ИТС Проф. То есть ИТС Проф содержит в себе достаточно много дополнительных бонусов, типа возможность использовать расширение проверка контрагента. То есть в этом случае по введенному НН при заполнении справочника контрагенты
введение нового контрагента, если мы заполняем ИНН и нажимаем кнопочку «Добавить», то информация заполняется полностью вся, которая существует в регистрационных данных. То есть наименование, адрес, акведы и так далее. А для подписчиков ИТС Техно такая информация будет доступна, но только за дополнительную оплату. То есть, например, тот же проверка контрагента стоит порядка 4800 рублей на год. То есть практически, если вы предпочитаете работать более комфортно, то, естественно, предполагается, что лучше использовать версию ИТС Проф. Итак, поскольку мы сначала должны проверить, какие у нас настройки, то есть для того, чтобы перейти на бухгалтерию Корп, нужно сначала проверить все настройки, которые у вас есть в той бухгалтерии, в которой вы ведете данные, и, соответственно, когда вы развернули новую базу по бухгалтерии Корп, в этом случае тоже нужно проверить настройки. Обновляется ИТС, извините, не ИТС, обновляется программа обычным порядком. То есть как будто вы делаете штатное обновление. Напомню еще раз, что сложности возникают только, когда есть доработки, которые требуется переносить отдельно. В этом случае нужно все-таки помощь специалиста, чтобы все корректно, грамотно перенеслось. Теперь представим, что у нас уже все произошло. У нас вот уже счастье, мы переехали в бухгалтерию Корп. Что же нам нужно сделать на первых шагах? Ну, во-первых, проверить администрирование. В администрировании начинаем мы проверку с функциональности. Функциональность у нас, собственно говоря, во-первых, самое основное должна, естественно, поддерживать подразделение. Поэтому в нашем случае это у нас сведения об организации, и здесь мы должны проставить флажки. Ну, естественно, учет по нескольким организациям, если у вас не одно юридическое лицо в базе. И вот он, наш основной флажок, то есть вести учет в разрезе обособленных подразделений. То есть это мы активировали возможность в программе работать именно с этим блоком. Дальше очень важна закладочка «Дополнительно». То есть нам нужно поставить, что расширенный функционал. Как видите, здесь есть подсказка, что это такое и для чего используется. То есть, в принципе, более-менее понятно. Следующий момент, который обязательно тоже нужно проверить, особенно если вы работаете с госконтрактами и рассчитываетесь по определенному банковскому счету. В этом случае меню «Банк и касса». И проставляем те флажки, которые нужны. То есть, если вы работаете с платежными требованиями, то сюда тоже надо флажочек поставить. И, например, бланки строгой отчетности, ну, какие-нибудь путевки, ну, билеты. То есть, проставляем вот здесь вот все отметочки, которые требуются по вашим данным. Дальше мы переходим в сведения по организации. Только не из меню администрирования, а, например, можно перейти через меню «Главное». В этом случае у нас здесь также выделен пункт функциональности. Это тот же самый пункт, который у нас в меню администрирования присутствует. И теперь мы переходим в сведения об организации. Значит, сведения про организацию обязательно нужно проверить, чтобы были заполнены, ну, естественно, все ИНН, обязательно КПП и КПП основной организации. Ну и дальнейшие коды.
И после этого мы переходим в меню подразделения. В этом меню мы пишем оргструктуру, так сказать. То есть основное подразделение, это считаем базовое подразделение. Дальше добавляем и записываем, какие обособленные подразделения. Здесь мы только наименование заполняем. Например, подразделение, ну, возьмем УФА. Должна быть информация для записи в электронную трудовую книжку. То есть уже конкретно, что там, например, ООО, название вашей организации, подразделение такое-то, город Уфа. Ну, собственно, уже полностью реквизиты. И обязательно не забываем ставить флажок, что это обособленное подразделение. Когда мы флажок проставим, то появляется дополнительный интерфейс, в котором самая главная составляющая – это КПП. Поскольку КПП будет браться по месту регистрации обособленного подразделения. И еще нужно подумать, хотите ли вы, чтобы счета фактуры имели отдельную нумерацию по вашим подразделениям. Ну, то есть у каждого подразделения своя. И, соответственно, заполняем обязательно адрес и обязательно налоговые инспекции в множественном числе. То есть, если несколько подразделений, то, соответственно, заполняются все данные. Здесь можно немножко, так сказать, упростить процесс, потому что если вы ведете код КПП, который у вас там присвоен, ну вот, например, я вот так введу. И дальше, да, извините. И дальше, соответственно, заполнятся вот эти вот данные по тому КПП, который там будет. Кроме этого, наши данные про основную налоговую инспекцию. И, соответственно, коды статистики. По каким кодам, по каким АКАТа. Эта информация нужна для заполнения регламентированных отчетов. То есть она попадает туда, ну, соответственно, в нужные поля, и программа тогда формирует все корректно. Собственно говоря, для формирования данных статистику, для формирования данных по основным подразделениям, коды статистики обычно, ну, например, в 6 НДФЛ указывается там то, как вы. Итак, после того, как мы с вами в меню, главное, заполнили сведения по организации, можно, в общем-то, приступать к дальнейшей работе. Хочу сразу сделать оговорку, что кроме того, что мы заполнили сведения про налоговые инспекции, в которых у нас зарегистрированы обособленные подразделения, естественно, еще раз проверили по функциональности, все ли флажки мы поставили, нужно определить такую вещь. В какой программе вы будете вести учет зарплаты и кадров? То есть, если вы будете вести в бухгалтерии, то вам не нужна никакая интеграция. Если у вас с внешней программой, то есть во внешней программе вы ведете, ну, например, зарплата, управление персоналом, тоже 1С-овская, то в этом случае нужно иметь в виду, что для того, чтобы был качественный и корректный обмен, требуется зарплата корп, потому что в этом случае там будут подразделения, которые, по которым будет распределяться зарплата. Ну и, соответственно, там еще некоторые будут дополнительные сервисы. После того, как мы все это заполнили, мы можем двигаться дальше. Но здесь я хочу ваше внимание заострить на таком моменте. Если все-таки на первых этапах
Обычно, ну, это бывает у всех, даже если люди очень хорошо ориентируются в бухгалтерии проф, уже там себя чувствуют как дома в тапочках, то вопросы все равно возникают. И в этом случае у нас есть вот такая вот замечательная вещь, как информация. И здесь нас в этом случае будет интересовать знакомство с программой. То есть это небольшой обзор, достаточно удобен. Почему? Потому что дается краткая характеристика, что, и можно перейти конкретно в нужный раздел. Или пройти далее и посмотреть, что можно взять из ИТС сопровождения и так далее. Еще, кроме того, что мы заполнили, мы можем уже начинать работать, но нужно еще проверить, что у нас заполнено в меню «Организация» на закладочках «Регистрация в налоговых органах». Ну, естественно, просмотреть учетную политику, чтобы у вас не оказалось там расхождений. То есть именно, чтобы была та учетная политика, которая действует на текущий период. Еще раз обращу ваше внимание, что мы сейчас говорим, что переход на бухгалтерию КОРП осуществляется путем обновления бухгалтерии ПРОФ. То есть ваши данные в этом случае сохраняются, только добавляется расширенная функциональность. Поэтому я предполагаю, что учетная политика у вас уже введена, и мы на ней, ну, подробно останавливаться не будем. А вот на регистрации в налоговых органах мы немножечко подробнее остановимся, потому что эта информация попадает в налоговые декларации. И, соответственно, чтобы здесь все было корректно, надо заполнить полностью все, что здесь имеется. Например, регион, параметры налоговой инспекции, как она называется полностью, то есть что должно отражаться на титульном листе, ну и так далее. После того, как мы заполнили эту информацию, нужно не полениться и зайти в реквизиты уплаты налогов и платежей в бюджет и проверить. То есть если у вас здесь все заполнено, то хорошо, мы молодцы, мы впереди планеты всей. Если же нет, то лучше сразу создать соответствующие записи. Ну, например, здесь очень удобный интерфейс. И второй момент, не надо думать про КБК, считать нолики, и ошибся ты или не ошибся. То есть выбираем вид налога, это вшитые справочники. Ну, допустим, выберем, ну, пусть будет НДС. Видите, заполняется, во-первых, подсказочка, какой счет учета, во-вторых, КБК, ну и, соответственно, налоговая инспекция, которую мы заполнили. Дальше, кто у нас будет получателем? То есть, если у вас несколько обособленных подразделений, то, соответственно, в каждом конкретном случае будет другая налоговая инспекция, поскольку платим мы подоходный налог именно в ту инспекцию, в которой зарегистрировано обособленное подразделение. Ну вот выбираем, например, нашу любимую девятку. В этом случае подтягивается счет получателя, вид перечисления, статус. Ну то есть, видите, можем выбрать другой вручную, если почему-то не согласны с тем, что программа предлагает. Но обычно здесь точная информация. Основание – это тоже из раздела установленных данных. Ну, выберем, допустим, платежи текущего года. И показатель периода, то есть это у нас будет месячный платеж. Ну, или поставим квартальный, чтобы уже легенда не нарушалась. Соответственно, вот здесь это поле назначения платежа. И в нем мы указываем текст, который должен быть в платежном поручении. Ну, например, там НДС за второй квартал 2021 года.
Очередность платежа тоже можно поменять, если почему-то не устраивает. И статья движения денежных средств. Поставим прочие налоги и сборы, чтобы не терять время на поиски. После того, как мы заполнили всю вот эту информацию, мы нажимаем «Записать» и «Закрыть». То есть, видите, у меня здесь появляется новая строчечка. И, соответственно, в этом случае все платежи по налогам будут формироваться автоматически с учетом тех данных, которые мы с вами только что ввели. То есть, итого, в меню «Перестройка» на данный момент нам больше особо нечего делать. То есть мы проверили основное, то есть заполнение, чтобы здесь все соответствовало тому, что у вас есть де-факто. Дальше подразделение и дальше регистрацию в налоговых органах. Но есть еще одна маленькая плюшечка, которая, в принципе, не повлияет на работу, просто создаст сразу, то есть без заполнения нее можно обойтись, но в дальнейшем она тоже будет облегчать деятельность. Плюшечка это заключается в банковских счетах. То есть мы создаем обычный, вводим параметры банковского счета. Например, выберем, просто вводим номер счета, и вроде бы для создания сведений по собственному юрлицу. Но есть еще очень интересный пунктик, это государственный контракт. То есть, соответственно, в этом случае используются фиксированные счета. То есть мы в этом случае открываем, по щелчку открываем содержание этого пункта и ставим, например, используется для расчетов по контракту государственного заказа. И, соответственно, сюда вводим данные, которые характеризуют этот заказ. То есть номер договора, дату договора, то есть сведения о самом контракте. И дальше, собственно говоря, всю эту информацию записываем и закрываем. В этом случае у нас при расчете по данному контракту уже будет достаточно большое облегчение, то есть не нужно будет вводить заново параметры и думать, какой же там у нас был контракт там. Итак, меню «Организация» мы закончили. Здесь, в этом случае, сейчас мы все позакрывали и сидим, думаем, что же нам делать дальше. Теперь у нас идет, собственно, мы ввели основные параметры, которые требуются. Данные у нас все сохранились, которые были. И теперь смотрим, что еще мы здесь можем сделать. То есть меню «Банк и касса». Здесь, в принципе, достаточно привычные нам понятия, то есть платежные поручения, банковские выписки. А вот то, что здесь новое, это государственные контракты. То есть здесь мы вносим именно государственный контракт, его номер, идентификатор и выбираем уполномоченный банк, то есть то, что мы с вами перед этим делали. Так. Хочу еще обратить внимание на меню настройки. То есть если мы через меню настройки перейдем опять же в банк и в кассу, то мы с вами попадаем в функциональность программы. И здесь, соответственно, то, что мы делали в самом первом шаге. Поэтому после того, как мы те настройки уже сделали, функциональность проверили, в этом случае нам сюда можно не возвращаться. Но если вы по какой-то причине функциональность не проверили, то можно вот отсюда перейти в этот же раздел и выполнить, нужные настройки.
Теперь еще один важный момент, который существует в этой конфигурации. Значит, для внутрифирменных расчетов у нас появилось понятие авиза. То есть, соответственно, авиза по расчетам. Всего 4 вида авиза. Авиза по основным средствам, авиза по МПЗ, авиза по расчетам и авиза по прочим операциям. То есть смотрим, что такое в нашем случае авиза. То есть еще поддерживается такая функция, как авиза исходящий и авиза входящий. То есть если вы в одном своем юрлице сделали авиза исходящий, то в другом, то том, на как... то в другом юрлице, на которое вы адресовали авиза, будет авиза входящая. Ну, соответственно, здесь заполняются обычно, в обычном порядке все данные, то есть кто отправитель, какая у нас задолженность будет участвовать в этом расчете, обязательно какое подразделение, особенно если это обособленные подразделения. И для проведения внутрифирменных расчетов используется счет 7902. То есть, видите, он подтянулся сюда автоматически. Это вот как бы одно из новшеств. То же самое, видите, есть авиза по расчетам входящим в разделе покупки. То есть входящие и исходящие так же, как было в разделе продажи. Авиза по МПЗ – это в разделе склад. Принцип действия точно такой же. То есть практически вот три пункта – продажи, покупки, склад, которые имеют входящая виза и исходящая виза. В меню производства такого раздела нету, а вот в меню основные средства, вот они уже у нас появились. Тоже авиза входящие и авиза исходящие. Раздел зарплата и кадров. Кадры, я еще раз напоминаю, что если вы работаете во внешней программе, например, зарплаты и управление кадрами, то эту программу тоже нужно будет поднимать до версии Corp. Итак, это, если можно так сказать, основные различия, которые у нас есть в настройках. Еще раз вернемся в меню администрирования и посмотрим, что у нас еще. То есть мы с вами сейчас заполнили, так сказать, пожарные моменты, без которых нельзя продолжать работу, чтобы велся учет в разрезе подразделений и обособленных подразделений. После того, как уже, так сказать, подготовлена стартовая площадка, все-таки хочется сказать, что нужно, кроме того, что мы уже сделали, проверить и, соответственно, остальные пункты. То есть это общие настройки, обслуживание, это я просто туда экскурсию сейчас хочу провести. В меню обслуживания нас, в принципе, больше всего интересует момент удаления помеченных объектов, ну, то есть это часто повторяющаяся рабочая операция, и отчеты и обработки отчета администратора. Отчет администратора, я еще раз повторюсь, это такой, ну, даже не сказать, что маленький, скорее всего, большой, такой шпиончик. То есть здесь есть активность одного пользователя и анализ активности пользователей. В этом случае, то есть вот именно эта функциональная опция очень помогает руководителям подразделений, ну, то есть проверять, чем же занимались его сотрудники. Здесь можно использовать подбор. Ну, например, вот выбираем
Здесь будет список пользователей. Но в нашем случае, поскольку это демо-база, здесь только один пользователь, я его, ну, сейчас и выберу. Видите, он у меня выбрался в меню подбора, и мы его сохраним. И после этого формируем сам отчет. Сформируется достаточно удобный отчет и диаграмма. То есть, видите, сразу видно, что же я делала, ну, например, за сегодняшний день. То есть администратор видит, что какая неделя, что было изменено и какие были там косяки или предупреждения. По плюсику можно открыть более подробную информацию. Соответственно, можно посмотреть, сколько человек работало сегодня. Ну, то есть, может, человек пришел и пасьянс раскладывал. И вот здесь в графическом виде видно, сколько я чего делала. То есть, какие я документы изменяла, какие я справочники изменяла. И за этот период, соответственно, если несколько пользователей, будет отражаться график, кто сколько делал, достаточно наглядно, без процентов, но дает информацию о том, чем занимаются ваши работники, то есть действительно ли работают в поте лица, или это просто фикция и очковтирательство. Так, это мы с вами посмотрели меню обслуживания, то есть сходили сюда на экскурсию. Еще здесь нам интересен вот такой пункт, это корректировка данных, и в нем нам интересен поиск удаления дублей. То есть это обработка, которая есть во многих предыдущих версиях, она очень корректная и очень нужная, потому что дубли возникают всегда по разным причинам, и практически бороться с ними, ну, можно вот в основном этой обработкой. Она находит дубли и заменяет в них, подставляет то значение, которое вы выбрали главным. Вот. Ну и обновление программы, это, собственно говоря, именно вот переход на Core-версию, но это нужно, чтобы делал в любом случае специалист, а не пользователь. Так, еще один момент, который тоже хотелось бы, на который обратить внимание, это справочники и, собственно говоря, данные, которые мы либо ведем в этой программе, либо вносим из внешней программы. То есть, соответственно, здесь, в этом случае, если вы вносите данные из другой программы, то все справочники, которые с этим разделом связаны, у вас при переносе будут, ну, синхронизироваться, создаваться новые, если у вас в зарплате управления кадрами были какие-то изменения. Ну и, естественно, это будет меню отчеты. Меню отчеты – это у нас стандартный бухгалтерский формат, то есть такой, который есть во всех бухгалтериях и в базовой версии, естественно, в проф и, ну, конечно, и в корпе, куда же без него. Анализ учета тоже совершенно штатный, стандартный, который был в предыдущих версиях. А теперь регламентированные отчеты. Ну, собственно говоря, здесь у нас будет отличие в том, что мы можем, например, ну, сформировать декларацию 6 НДФЛ. Два НДФЛ, например, сейчас выберем, уже в разрезе подразделений и налоговых инспекций, по которым эти подразделения зарегистрированы. То есть, видите, мы выбираем
Ну, в моем случае я ввела одну инспекцию, то есть если у вас их несколько, здесь будет несколько налоговых инспекций. И дальше уже кнопка «Заполнить» будет срабатывать по подразделениям. Хочу напомнить еще один момент, что если у нас идет, ну, соответственно, с раздельными, с обособленными подразделениями, организационная структура, то при составлении налога на прибыль, когда мы готовим расчет по налогу на прибыль, есть определенные расходы или доходы, которые должны распределиться по обособленным подразделениям. То есть декларация по налогу на прибыль сдается в общем по организации, и расходы должны быть распределены на конкретные подразделения. А в этом случае мы с вами должны зайти в закрытие месяца, и распределение будет происходить автоматически, пропорционально выручке. То есть руками или там на калькуляторе, или в Excel, или на салфетке это делать не нужно. А программа автоматически это распределит сама при закрытии месяца. Единственное, на что хочется обратить внимание, вот именно в этом разделе, вот на вот такую вот фишечку перепроведения документов. В принципе, кто работал с бухгалтерией, все знают, все с этим сталкивались. Но напомнить, что перепроведение документов перед закрытием месяца нужно делать обязательно, потому что в противном случае, если нарушена последовательность документов, то данные, во всяком случае, про себестоимость, и особенно по налогу на прибыль, могут быть некорректными. Так. Ну и, собственно говоря, здесь у нас тоже в операциях, кроме закрытия месяца, тоже обращу внимание, здесь у нас есть всякие справки и расчеты, и, соответственно, тоже авиза входящие и авиза исходящие. Еще мы с вами при начале нашей встречи смотрели вот так, вот это меню, домик, начальная страница. В этом случае, вот в этом меню, кроме методической поддержки, есть еще очень интересные настройки, антикризисные меры по коронавирусу. И, собственно говоря, это уже не актуально для работы блока, то есть без него тоже можно жить долго и счастливо. Но, тем не менее, настройки интересны, и если в вашем регионе это требуется, то в этом случае нужно сюда обязательно заглянуть. Как видите, здесь не один раздел, а несколько. То есть, что касается именно антикризисных мер по коронавирусу, ну, во-первых, нужно проставить флажок, отнесена ли ваша деятельность к пострадавшим от коронавируса. А во-вторых, продлевались ли сроки уплаты налогов и страховых взносов. Но на самом деле вот это было больше актуально в прошлом году. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, вдруг у нас в этом приключится что-нибудь похожее с переносами срока. В этом случае мы ставим флажки, то есть здесь флажок, ну и, соответственно, здесь, если у нас переносились нерабочие дни. И есть еще вот такая подсказочка, где дается ссылка на источники, в которых освещалась эта проблема. Собственно говоря, эти источники в основном очень корректные, очень грамотные, и, во всяком случае, как минимум наглядные, потому что дают и события, которые происходило, и нормативные документы, на которые они ссылаются.
То есть вообще очень удобно для подготовки каких-нибудь справок, переписок с налоговой инспекцией и так далее. Кроме самих антикризисных мер, есть еще настройки, которые стоит проверить именно по налогам. Ну, например, вот если у вас ведется раздельный учет по видам деятельности, то, соответственно, здесь нужно внести дополнение. По НДСу, если у вас, например, вы освобождены, там по 147 статье или еще какие-то у вас есть обоснования для освобождения от НДС, то здесь нужно проставить флажочек. Ну и если вы ведете раздельный учет НДС, то, соответственно, здесь тоже нужно проставить флажочек. И не забыть про счета фактуры, потому что здесь выбор, ну, на самом деле, достаточно большой, но самый корректный вариант, как, в принципе, вы, скорее всего, и знаете, сталкивались на практике, и который по умолчанию стоит у нас в этом разделе, это всегда регистрировать при получении авансов. Если большой оборот и поступает много платежей именно авансовых, то в этом случае это очень экономит жизнь, потому что после 5 календарных дней, ну, это еще нужно проверить, что туда попало. Налог на имущество. То есть, соответственно, если у вас есть какие-то льготы, ну, например, ваша организация является резидентом ОС, и вы не платите налог на имущество или платите его уже по пониженной ставке, то в этом случае проставляется флажок, ну и опять же, если ведется раздельный учет по НДС. По НДФЛ, ну, обычная настройка – это нарастающим итогом в течение налогового периода. И вот еще одна изюминка, то есть просто для того, что если вы вдруг столкнулись со сложностью, когда заполняли первоначальные настройки, то это страховые взносы по несчастному страхованию, так сказать. То есть взносы ФСС на страхование от несчастных случаев и производственных заболеваний. И выбираете тариф, ну, то есть это то, что у вас действует. Соответственно, отсюда эта информация уже идет во все расчеты и в форму 4 ФСС. Почему делаю на этом акцент? Потому что в других редакциях, в других конфигурациях бухгалтерии, не конфигурациях, извините, в других редакциях бухгалтерии, то есть, например, там бухгалтерия базовая или бухгалтерия проф, это немножечко в другом месте расположено. Ну, естественно, если у вас есть дополнительные взносы, то вы вот эти вот поля просматриваете и проверяете. Здесь, собственно, основные настройки, если вот я еще добавлю дополнительную информацию, ну, это вот все, что я на данный момент, ну, считаю, что моя организация уплачивает. В вашем случае, естественно, это будет немножко, ну, отличаться от того, что у меня, поскольку у вас могут не быть каких-то налогов, а могут наоборот быть, ну, например, там, не знаю, что-нибудь другое. Значит, напомню, где мы нашли вот эту волшебную настройку. Это у нас была начальная страница в пиктограммка домик и настройки налогов и отчетности. Из того, что еще интересно, из того, что еще, в принципе, облегчает жизнь, поскольку это полная конфигурация, то есть в ней, ну, самый расширенный функционал, то, в общем-то,
В основном это ввод документов, естественно. То есть, если вы приходите основные средства или внутригрупповые делаете какие-то перемещения, то именно в этом. А, еще хочу показать, здесь есть вот такие кнопочки. Ну, собственно говоря, это как везде, вопросительный знак – это справка. А вот настройка – это вот такой интересный документ, то есть вы не документ, а интерфейс. То есть вы можете добавить какие-то поля, которые вы хотите здесь видеть. Ну, то есть блоки, которые в нашем случае, вот все наши блоки, которые выбраны, но вполне возможно, часто бывает, что выбирают, например, еще, чтобы отражалась отчетность или отражалась информация по поставщикам. То есть это в нашем случае стандартные настройки. Ну, мы можем их компоновать уже как душе угодно. Итак, собственно говоря, основные отличия мы с вами уже посмотрели, обсудили. При работе с документами, это уже после выполненных настроек, будет видно очень хорошо. И основные, так сказать, результаты нашей деятельности, то есть наших настроек, мы с вами увидим уже в регламентированных отчетах, то есть отчеты, регламентированные отчеты и уже при конкретно создаваемых каких-то документах. Ну, в основном декларация, например, по налогу на прибыль. Мы сейчас попробуем это сделать, но поскольку у меня не заполнены обособленные подразделения, то, скорее всего, у меня не будет дополнительных листов, по которым отражаются именно сведения про организацию и так далее. Вот. Ну и здесь, собственно говоря, видите, если у вас все заполнено в настройках, то здесь проставляется все автоматически. То есть не надо никуда бежать и ничего делать дополнительно. Ну да, к сожалению, у меня... Да. К сожалению, я не смогу вам продемонстрировать, потому что... Ну, у нас не заполнена демобаза, но если у вас все сведения по подразделениям внесены, соответственно, по налоговым инспекциям и так далее, то здесь будет отражаться уже именно та отчетность, которая нам нужна. Ну и выбираем, естественно, список, что нам здесь нужно сдавать, и сюда мы переносим, еще раз хочу напомнить, потому что, в принципе, все с этим сталкивались, сюда в избранные попадает только то, что мы отобрали сами. А если чего-то нету, то это всегда можно перенести из закладочки «Все». То есть здесь уже идет расшифровка, каких отчетов, где нам чего не хватило, то есть, может быть, там, ну, собственно говоря, можем выбрать все, что требуется. Итак, собственно, на этом основные сведения, так сказать, на сегодня, которые мы хотели вам рассказать, мы рассказали. Компания Кодерленд благодарит вас за уделенное время. Большое вам спасибо, что посетили нашу встречу. Ну, естественно, компания готова предложить вам и сопровождение, и обслуживание, и какие-то индивидуальные настройки, услуги по переходу, то есть по переносу данных из бухгалтерии проф в бухгалтерию корп, если вы готовы переходить на эту конфигурацию. И хочу сделать акцент, если вы осуществляете такой переход, то в этом случае используется так называемый апгрейд, то есть когда стоимость вашей программы может быть взята в зачет того, что вы приобретаете, то есть, ну, той же версии Corp.
И если вы подписчики ИТС, то в этом случае вы можете еще сэкономить на подписке, ну, то есть по ИТС. А мы с удовольствием окажем вам помощь и постараемся сделать все быстро и аккуратно. Спасибо вам за внимание. На этом я с вами прощаюсь. Еще хочу напомнить, что если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь. Вот наши координаты, то есть наш телефон, электронная почта. Обращайтесь, задавайте ваши вопросы. В этом случае у нас будет возможность ответить вам более подробно, ну, естественно, адресно, потому что у нас не будет лимита по времени для вашего отчета, как сейчас у меня. И, собственно, это уже будет конкретно именно на вас ориентированный ответ. Звоните, пишите, мы будем очень рады дальнейшему сотрудничеству. На этом разрешите попрощаться. Всего доброго.